Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Юрий Аксенов, добро пожаловать на канал GamePlan. Как ваше рождественское и новогоднее настроение? Лично у меня оно, можно сказать, на высоте, это впервые за долгие годы. Я сходил уже на одну рождественскую вечеринку, купил себе новый компьютер и просто все супер. В общем, наверное, хватит обо мне, пишите в комментариях, как у вас дела с настроением, что у вас новое и так далее. Ну а я подготовил для вас сегодня свой новый топ-10 мобильных игр, которые, я думаю, вас порадуют и перекочуют на ваши гаджеты. Так что не будем медлить, ставьте лайк этому видео и погнали! Начать сегодняшний выпуск я хочу с головоломки под названием Dream Detective. В этой игре вам необходимо будет помочь главному герою путешествовать по его снам. И в этих снах вам необходимо будет находить различных персонажей, различные элементы и так далее. В общем, со всем этим вы сможете ознакомиться сами. Лично мне геймплей этой игры очень понравился, хоть он и довольно простой, но потребует от вас быть очень внимательными, изучать буквально каждый квадратный сантиметр экрана и, соответственно, находить на них то, что от вас требуется. Это могут быть персонажи. Кстати, в этой игре очень много отсылок на различные популярные сериалы, фильмы и так далее. А помимо этого есть уровни, где вам необходимо будет отыскивать различные символы, цифры и так далее. Игрушка получилась очень качественная, и если вы любите подобного рода игрушки, то обязательно скачайте и ознакомьтесь. Я вам ее советую. На 9 место я поставил довольно любопытную приключенческую рок-лайк игру под названием Tiny Tom Dungeon Explorer. В этой игре вы будете играть за героя, который отправился на спасение своих друзей. И для этого ему необходимо будет преодолеть 4 различных мира и, соответственно, там найти своих друзей и спасти их. Помимо этого, в игре присутствует еще и капризное чудище, которое нужно не забывать кормить, иначе оно просто-напросто съест вас. Геймплей в игре получился довольно интересный, а, соответственно, здесь присутствует пошаговая геймплейная механика, но при этом на локациях вы сможете находить различные предметы, которые в будущем вы сможете использовать. Например, копье. С помощью него вы сможете убивать противников или разрушать различные ящики. Причем делать это вы сможете на расстоянии. Присутствуют также, например, еще сапоги. В них вы сможете перепрыгивать через различные преграды и препятствия. И много-много чего еще другого. Игрушка выполнена в воксельном стиле, причем все отрисовано довольно качественно. И игра вызывает только положительное впечатление. Причем это касается как аудиовизуальной составляющей, так и геймплейной. В общем, если вы любите роглайк игры, то эта игрушка, я думаю, вам обязательно понравится. Не обойдем стороной мы и платформеры. На 8 месте находится игра, которая называется Bubble Tail Bunny Quest. В этой игре вы будете играть за довольно забавных персонажей, напоминающих покемонов. И главная геймплейная особенность данного платформера является то, что вы сможете надувать пузыри. Спросите, для чего это нужно? Ну, во-первых, вы можете с помощью пузырей нейтрализовывать противников, а во-вторых, с помощью пузырей вы сможете прыгать выше, точнее совершать двойной прыжок. А вы можете прыгнуть один раз, а потом, оказавшись в пузыре, совершить второй прыжок и тем самым забраться на более высокий выступ. В игре вас будет ждать 3 уникальных мира, которые вам необходимо будет изучить и пройти на них все уровни, а также битвы с боссами, с которыми вам необходимо будет сразиться и, соответственно, одолеть их. Игрушка для своего жанра, как по мне, получилась неплохая, и я вам советую поиграть в нее. На 7 месте находится квест под названием Lock Wales. В этой игре ваша задача будет сбежать из комнаты. А чтобы это сделать, вам необходимо будет внимательно ее изучить, найти различные предметы, найти способы взаимодействия с окружением, ну и все в этом духе. В общем, все стандартно и, я думаю, понятно. Тем не менее, качество и продуманность присутствующих в этой игре головоломок лично меня порадовало. Единственное, что меня огорчило, это то, что в данный момент присутствует всего лишь одна глава, которую вы сможете пройти довольно быстро. Но в ближайшем будущем разработчики обещают добавить вторую главу, и, соответственно, можно будет получить еще чуточку удовольствия от разрешения головоломок, подготовленных создателями этой игры. В общем, если вы любите игры данного жанра, то не проходите мимо. На 6 месте находится головоломка под названием The Jackbox. В этой игре вам необходимо будет решать множество различных пазлов, а для этого вам необходимо будет вращать коробку, в которой спрятался, так сказать, шут, который выпрыгивает из нее. И ваша задача разгадать все пазлы и головоломки, присутствующие на этой коробке, для того, чтобы, так сказать, этот черт из табакерки не успел выскочить. И, соответственно, вы смогли продвинуться дальше. В игре присутствует очень много различных уровней,
соответственно, все уровни будут по мере прохождения становиться все сложнее и сложнее. Ну а в плане графики, в принципе, все сделано симпатично. Единственное, к чему бы я придрался, это то, что пазлы довольно однообразные, и поначалу они уж слишком легкие. Но тем не менее, игра качественная, и роль карманной головоломки-убивалки времени она сможет сыграть на отлично. Пятерку лучших игр сегодняшнего топа открывает игра под названием World Robot Boxing 2. Это игра от создателей игры «Живая сталь», сделанной по мотивам одноименного фильма. И, собственно, геймплей и суть игры, в принципе, здесь такая же. Вы будете играть в роли роботов, боевых роботов, которые участвуют в соревнованиях по боксу. И ваша задача построить свою карьеру, побеждая противников одного за другим. Геймплей здесь довольно простой, и это лично меня немножечко огорчило. Не хватает здесь различных комбинаций, а также возможностей для того, чтобы как-то перехитрить и обмануть противника. Вы можете защищаться, вы можете наносить слабый удар, мощный удар, и после того, как у вас накопится энергия, вы, соответственно, сможете применить суперспособность, которая нанесет максимальный и сокрушительный урон вашему оппоненту. По мере игры вы будете открывать новых роботов, которых вы сможете брать в свою команду, а также улучшать уже имеющихся, и тем самым делать их сильнее и благодаря этому одерживать победу с большей легкостью. Также, достигнув определенного уровня, вы сможете разблокировать режим PvP, где вы сможете помериться силами с другими игроками. В общем, если вы любите фильм «Живая сталь» или просто любите роботов или файтинги, то эту игрушку можете скачать и поиграть. На четвертое место я поставил продолжение популярнейшей серии головоломок под названием Far Away. Данная часть называется Galactic Escape. В этой игре вы будете разгадывать различные пазлы и головоломки на какой-то далекой планете. Касаемо геймплея, то здесь все в принципе так же, как в предыдущих частях. Вам необходимо будет разгадывать и разрешать какие-то минимальные и базовые пазлы, разбивать различные кристаллы, находить различные предметы, вставлять их, использовать их и так далее. Но, тем не менее, игрушка продолжает держать, так сказать, марку этой игровой серии. И, конечно же, безусловно, лично меня она порадовала. В общем, чего-то революционно нового в новой части вы не увидите. Но если вы играли во все предыдущие части, то эту не скачать будет просто грехом. Третье место сегодняшнего топа новых мобильных игр занимает игра под названием «Тактика Троецарствия». Это пошаговая стратегия, сделанная по мотивам реальной истории. Точно не могу сказать, в каком веке, но в Китае была такая тема, что три королевства не могли поделить между собой власть и устраивали, так сказать, междоусобные войны. И, собственно, в этой игре вам необходимо будет погрузиться в то время и стать одним из участников тех кровавых и жестоких событий. По мере игры вы будете собирать свою команду, улучшать ее и сражаться с множеством различных противников. Игра в плане графики выполнена просто изумительно, как на мой вкус. А то же самое могу сказать и про сюжет, он здесь подается просто великолепно, в игре присутствует юмор, и это, конечно же, не может не радовать, потому что это хоть как-то разбавляет атмосферу и добавляет, так сказать, интересности. А что касается геймплея, здесь он довольно простой, в игре присутствует автобой, и это мне лично показалось странным, потому что это все-таки пошаговая стратегия, и вряд ли автобой сможет что-то предпринять лучше, чем вы. Единственная мысль, на которую меня наталкивает присутствие автобоя, что, возможно, в будущем игра будет требовать доната, но это не точно, потому что до такого уровня я пока еще не дошел. На второе место я поставил просто безумнейший битэмап под названием Bud Spencer and Terence Hill Snaps and Beans. Это игра про Дикий Запад, где вы будете играть за двух отважных ковбоев, которые решили пойти и навалять люлей своим врагам и обидчикам. Игра сделана в пиксельном стиле, представьте себя, максимально классический битэмап, который я так долго ждал и хотел, чтобы что-то подобное оказалось на моем смартфоне. Игра наполнена юмором, множеством различных механик и мини-игр. И это, конечно же, нельзя не отметить, потому что это делает игру только лучше. Также в игре присутствует еще и локальный мультиплеер, то есть вы сможете поиграть в эту игру вместе со своим другом, то есть вдвоем, как в старые добрые времена. Игрушка просто топовая, просто чумовая. Я вам ее советую. Если бы не та игра, которая будет на первом месте, о которой я сейчас вам буду рассказывать, то этот битэмап, безусловно, стал бы
сегодня лучшей игрой, и, собственно, таковой-то он и является. Ну и не буду долго томить, первое место, как вы, наверное, уже и догадались, я дал порту гоночной аркады под названием Grid Autosport. И это, пожалуй, лучшая гоночная игра, которая теперь присутствует на мобильных платформах. И я думаю, мало кто сможет с этим поспорить. Игрушка весит очень много, около 4 гигабайт примерно. Ну и еще после того, как вы войдете в игру, вам предложат докачать HD-графику, озвучку на любом языке, в том числе на русском, и также еще раз различные дополнения. В игре вам необходимо будет участвовать в различных гоночных классах, от гонок Формулы-1 до уличных гонок, в том числе дрифта, дрэга и так далее. Игра радует качеством своей оптимизации, несмотря на то, что при запуске мне пишут, что мой телефон не поддерживается официально, но тем не менее у меня никаких проблем с этой игрой не возникло. Я играл на максималках, игра шла максимально плавно, комфортно, и что я могу сказать, это просто подарок божий к Рождеству. Собственно, Grid Autosport теперь есть на Android и iOS, чего еще можно желать. Ну, конечно, GTA 5 было бы неплохо, но я думаю, подождем, и когда-то мы ее увидим на наших гаджетах. В общем, Grid Autosport теперь официально лучшие гонки на мобильных платформах, и я могу вас с этим поздравить. Теперь можно официально списать Real Racing 3 в утиль. В общем, такое мое мнение. Ну, а если вы не согласны, то пишите, что вы думаете в комментариях. Ну а я на этом прощаюсь на сегодня. Всем большое спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до скорых встреч!